Кажется, Юля, мы с тобой сегодня будем стрелы вытаскивать. Ой. Но мы сейчас вытаскиваем, как? Я стояла на кубике, пацаны. Угу. И кто из вас пацан? Кабан. Начинается верево. Нормально. Сейчас. Тянешь вверх, не надо. На себя тяни. Ура! А куда стрелять? Где? Между нашими стрелами. Между нашими стрелами. Мы сказали между, а не под них. Получается, народ не задумывается. У меня 46 сейчас, да? Да. Это мы 4 мишени, да? Да. Мы в кино снимаемся. Сделай ручкой. Здесь сейчас, да? Да. Попал или нет? Попал. Низковат. Или в корягу попал? Нет, в брюхо попал. Чуть повыше. Да, нормально. Если бы корягу, скорее всего, отскочил бы. Классно! На Марсе! Одна левее, другая правее. Оба заходят. Thank you.
повесим. Чуть-чуть ниже. Это один. Уверен, я, по-моему, ниже надо чуть-чуть. Сейчас посмотрим. Там буквально на 3 сантиметра. На 5. Увидишь сейчас. Так. Да. Где 2 десятки? У меня 10-8. Вот так инстинктив стреляй. Тут блочники отдыхают. Сделайте лонгбоу. На одной стреле. Не забудьте записывать. Я начну. Давай, давай, сейчас я варю. Потому что там солнышко. Так, Сашка, Володька. Какой? Молчин фамилия? Ну, конечно. А, Молчинов, извините, и Ломовцев. Вот так. Сашка двое. Попал бы? А, вы? Конечно. Второй стрелой, что ли? Бах. О, красавчик. Молодец. Thank you.
Серегина, блин. На тут. Не, ну естественно. Не, у нас 50. Вот маленькая мишень, у синего рубежа будет сова и гриб на выбор. Ага. Сова дает к попаданию любому, плюс 3 очка, по сравнению с грибом. Если в гриб, либо в сову? А? Либо в гриб, либо в сову? Да, на выбор. Одну стрелу стреляешь, либо туда, либо туда. Так, а ланги я хотел сделать, когда от длинных, чтобы это в конце было. Знаешь, когда тебе нужно набрать, можешь рискнуть, там что-то такое. Но если с ближних начинаем, то, соответственно, с нее начинаете. А у красных нет такого? Есть, у красных вон, сурочек стоит, около медведя. А, на 50, да? Да, на 50. О! То же самое, плюс 3 очка. За волком там стоит сурочек. Сейчас мы ему покажем. Вон там вот, за спиной. Волка стоит сурочек. В него надо попасть прицельщиком. Это бонусная мишень. Синему колу надо попасть в сову и в гриппа. Ой, молодец. Молодцы. Мин, сова! Ой, как она скользила. О, фу, молодец! Что-то надо 140 не стоит. Ах, чуть-чуть. А не зря.
Ой, она вон, ее видно, она лежит. Десять! Уряды вперед! Кузьмин, стреляй! Пять! Пять! Пять вниз! Вау! Арха! 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 Саня! Сегодня твой день, Саня! Кто там? Я? Теперь они перелет. Да что ж, да выше надо. Запасик. Перелет, вот перелет. Попадаю, да? Это далеко. Это релиз, релиз. Ну при растяжке. Давайте Давай еще одну. Нет, что случилось? Если у него остались стрелы. Не-не-не, релиз сошел, скорее всего. У тебя слетел релиз. Десятка на них. Десять. Обломов. Биомасса стоит. Стреляю стрелой, на которой написано 357 грамм. Взвешивал ее. Купил в Тушинском магазине на Тушино. Если она сейчас попадет, то это будет боеголовка самонаводящая. Прицела на 90 у меня нет. Дешевле.
тишину поймали. Куда? 90. Я хочу понять. Нет, я просто вижу, что на 75 у меня ниже прилетело. Я поставил плюс 5 метров. Я тоже так. Я поставил плюс 5 метров. Она не... Не надо было, да. Есть! Десятка! Это звук не козла. Есть! Вопрос. О, Сань, попал! Попал в ногу! Смотри, закончилось. Стрельба закончилась! Ура! 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 Ура!